Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня очередной ролик по No Slide. И сегодня в ролике мы поговорим о такой теме, как золотой дракон. Что такое золотой дракон? Это, наверное, самый дорогой компонент, который есть, стоит 6 миллионов. Когда ты его поднимаешь, ты подсвечиваешься всем игрокам, то есть тебя видят все. Потому что этот золотой дракон, каждые 30 секунд показывает свое местоположение. И ты должен убежать с ним и вынести его. Но сегодня я его нашел, я покажу, где нашел его, и посмотрите, как это получилось. Но я всем желаю приятного аппетита, я всем желаю приятного просмотра, ну а мы погнали к ролику. Так, ну что. Как же мне достали эти мейты. Короче, в прошлой катке я умер от тиммейтов, я зашел Мариком, и вот тут на вилле были два тиммейта. Вот я думаю, в эту же катку попался или не в эту? Нет, вроде не в эту катку попался. Да, здесь совсем другой человек, поэтому хер с ним. Попробуем сейчас его убить. Получится, не получится. Я вообще почему запустился? Потому что я хотел наказать этих тиммейтов. За Марика у меня было всего лишь там ППшка на ПСТ патронах. А тут у меня мое оружие. Поэтому... Так, что ты, мой родной? Ой, блядь, косой. Да, сорян, я косой. Такой бывает, поэтому не переживайте. Так, что ж мне делать, его прости, либо дальше ехать? Скинем патрошки, пожалуй, думаю я. И скинем патрошки на Саску. Мало ли что, умру как рак. А такое у меня часто бывает. Кто и там лежит? Это бот? Там получается светлячок против светлячка, да, играет? Либо Марик против светлячка. Или нет? Не понимаю, кто там находится. Где ты, чувак, в красном скине? Посидим по крысе маленько. Мало ли еще. А, вот он, да. Но мы его не будем трогать пока месь. Потому что я с Саски, не с Берки. Добивания у меня не будет. Поэтому надо валить его вблизи, чтобы можно было спокойно убить его. Так. Вниз пойдет он куда? Или наверх поднимется опять? Вопрос хороший. Ну ладно, давайте попробуем, наверное, его обойти. Подожди, а вдруг он пойдет на ворота фабрики? Опа, а вот тут Саска. А Саска — это хорошо. Так, сейчас будет волна. Можно будет бесшумно подойти. Так, и справа стреляется. А, значит, справа чувак, короче, не ушел. Он там же сидит. И нас слева чувак еще. Возможно, это и есть те тиммейты, которые мне попались. Но это вроде не та катка. Точно я не буду уверен. Так, все, погода. Можно потихонечку бежать. Где у нас тот чувак с Саской? А это кто? А, ну вот он. Люцифер. Сорян, Люцифер, но у меня охота на других чуваков. Так, ты будешь вставать, не будешь? Давай, вставай. Нет, походу он вставать не будет. Или будет? Нет, он умер. Поэтому пойдем заберем его лутик. По-быстрому. Неудержимый. Короче, это не та катка. Это очень обидно. Потому что дожди капает по лужам. Что там у него интересного было? Так, а где он? Подожди. О, есть 5. А, вот. Ну вот, да, Саска его. Заберем жетончики, патроны. В принципе, хватит, все. Поехали. Заодно можно чекнуть видеокарту. Вот здесь, в этой комнате, спавнится крипта, видеокарта. Такий хлам, короче, хороший. Поэтому эту дверь закрывайте, потому что вас могут с горы убить. Открываем. Бля. Дракон. Это дракон.
Понимаете, если я возьму его, то я буду подсвечиваться на всей карте. И что делать, что делать, что делать? Ну, с богом. Ух, с богом. Вот видите, золотой дракон, внимание, типа, все. Теперь я каждые 30 секунд подсвечиваюсь. А теперь нужно нам бежать. Просто бежать, бежать и бежать. Так, сорян за дискорд. Тут у меня люди заходят, я в дискорде сидел. Тихо. Пойдем. Золотой дракон. Впервые я поймал золотого дракона. Впервые. Все, пошли за мной охота. Впервые дракон мой, блять, я должен вынести его. Здорово. Тихо, пацаны. Задрали эти дискорди, пацаны, блин. Вот видите, я подсветился. Такой звук, пум, и видите, на мини-карте золотой дракон подсветился. Все, каждые 30 секунд он так подсвечивается. Вот справа чуваки за мной бегут. Двое при том. Блять, но я от него не убегу. Мне нужно с ним воевать. Короче, у меня бы... Заканчивает дыхание, у меня трясутся руки. Так, все, он у меня уже. Давайте его убьем. Иди отсюда, родной. Дракон мой. Сорян, пацан, но нам нужен дракон. Но он станет по-любому. Сейчас перед самым по-любому станет. А может не станет. Нет, он с прица стал. Я чувствую. Надо по-быстрому не спуститься. Давай. Бежим. Да, он поднялся. Как пацан хочет дракона этого. Так, тут выход. Если вы скидываете броньку, то вы можете выйти. Но он сейчас поднимется, смотрите. Да, он поднялся. Только не убей меня. Ну все, дракона я вынес, слава богу. Впервые за все время игры я вынес дракона. Это было стрёмно, но я это сделал. Поэтому ставьте лайк, дизлайк, ну и подписывайтесь на канал.